6 июня – день рождения Александра Пушкина. Со всех концов мира приезжают в этот день его поклонники в Пушкинские горы, что в глубине Псковской губернии. Здесь находится музей-заповедник поэта. Входящие в него усадьбы Михайловская и Петровская – родовое имение Ганнибалов, подаренное Петром I своему наперснику Арапу, предку Пушкина. В Михайловском проходила ссылка поэта, задиры и дуэлянты. Он называл свое поместье приютом спокойствия, трудов и вдохновения, но рвался вон из своего дворянского гнезда. Скрасить дни вынужденного уединения ему помогали близкие друзья Осипов и Вульф, жившие по соседству в Тригорском. Это была его любимая усадьба, любимое его место, и не случайно именно здесь он поселил большую часть своих героев, деревенских героев. И Бориса Годунова он писал в этих же местах, и Онегин, Ленский, Татьяна, они все жители этих и обитатели этих мест. Тригорское отреставрировано, его открытие стало событием для почитателей и потомков. Теперь очередь за Михайловским и Петровским. Коснуться этих мест, хотелось бы, чтобы коснулся бы каждый, и приобщиться вот к этой какой-то особой ауре Пушкинских гор. Здесь же, на Святых Горах, у стен Успенского собора, нашел поэт свой последний приют. Сюда, на родовое кладбище, в феврале 1837 года привез его тело из Санкт-Петербурга Иван Тургенев. Так хотел Александр Сергеевич. Традиционный праздник в Пушкинских горах – генеральная репетиция к 200-летнему юбилею поэта. Ведь будущий год объявлен ЮНЕСКО годом Пушкина. Анна Потагина, телевизионная служба новостей.